Липтику. А в вашей семье есть доверчивый человек? Да, есть. Мой муж, он регулярно покупает мне подарки, но его все время обманывают. Он приносит золотые украшения, а на поверку, оказывается, ей подсунули медяшку. Да, действительно, доверчивый человек в вашей семье есть. Вместо таблички «Стучите» открыто, на ларьке появилось «Настучали» закрыто. Липтику. Метеоролог диктует прогноз погоды своей секретарше. В эту субботу ожидаются ливневые дожди, ураганы, температура плюс 7. Секретарша говорит: «Ах, как жалко, я хотела вас пригласить на выходные на пикник». Метеоролог говорит: «Вычеркиваем, давай сначала. Ожидаются солнечная погода, температура плюс 15». «Доктор, помогите, у меня голоса звучат в голове, а вы снимите плеер». Дед Петруха тащит с чердака огромную бутылку самогона. Вдруг он срывается и падает с грохотом. Бабушка, которая сидит, ждет, спрашивает: «Дед Петруха, самогон цел?» Слышится всасывающий звук и присмокивание, и голос деда Петрухи: «Самогон цел, бутылка только разбилась». Заходит мужик к рюмочную и спрашивает: «А мне два раза по 100 грамм». Продавщица дает ему два 100-граммовых стакана. Мужик берет содержимого одного стакана и выливает другой. Все помешается. Продавщица спрашивает: «Ой, вы, наверное, фокусник?» А тот мужик говорит: «Нет, я из контроля». Липтику. Привет. Привет. Что нового? Мне жена изменяет. Я сказала: «Что нового?» Липтику. Стоит гаишник под знаком 40 км в час. Мимо едет запорожец со скоростью 41 км в час. Гаишник останавливает. Из машины выходит дед Петруха. Гаишник говорит: «Вы превысили. Или платите, или заберу права». У деда Петрухи, как обычно, денег не было. Гаишник говорит: «Тогда заберу права». В это время смотрят, летит иномарка. Гаишник останавливает. Из иномарки выходит амбал и спрашивает: «Кто свистел?» Гаишник молчит. Дед Петруха говорит: «Отдай права, а то скажу, кто свистел». Стоматолог говорит пациенту: «Я вам зуб вылечил, 2 часа не ешьте». Пациент говорит: «После ваших цен я полгода голодать буду». Липтику. Я могу разбудить спящего человека взглядом. Да ну? Да, правда, иногда приходится смотреть по 6-8 часов, но это работает. А кто это сделал? Уважаемая редакция, пишет вам дед Петруха. Обращаюсь к вам с претензией. В прошлом выпуске вашей газеты вы писали о том, что все мечты материализуются. Теперь напишите, до каких пор мне лежать на диване и мечтать, что когда они материализуются. Дул ветер. Точнее, не ветер, а ураган. Ураганище какое-то. Такое, что когда открываешь рот, штаны, а парашюты надуваются. Липтико. Дед Петруха, что будет делать наш человек, когда узнает, что будут сносить гаражи? Дает объявление: «Продам гараж». Хозяйке на заметку: ваша стиральная машина послужит гораздо дольше, если у вас нет денег на новую. Дальновидный отец никогда не едет сразу к месту отдыха. Он сначала минут 15 покружит по кварталу, давая возможность жене и детям вспомнить, что они еще забыли. Въехав в новую квартиру, я 2 дня наслаждался тишиной и радовался, что у меня соседи замечательные тихие люди. А потом оказалось, что замечательные они только когда отдыхают в Турции. Подписываемся, кликаем на колокольчик.